Красота и здоровье в моде всегда. Сохранить их надолго помогут в медицинском центре «Шоколад». Обратить время вспять, похудеть без изнурительных физических упражнений и голодовок, улучшить сон, избавиться от головных болей – все это возможно с помощью карбокситерапии. Это безболезненная и эффективная процедура, которая подходит как мужчинам, так и женщинам любого возраста. По сути, это введение внутрь или под кожу двуокиси углерода. При этом мозг получает сигнал, что в данной ткани, куда я ввел углекислый газ, очень много этого углекислого газа. И мозг воспринимает это как зону гипоксии. Соответственно, он туда отправит кислород, при этом произойдет улучшение микроциркуляции, расширится сосуд. Через несколько минут углекислый газ выйдет из организма, кислород останется и будет работать. Эта процедура входит в пятерку самых эффективных процедур по регенерации тканей. Признаки увядания кожи, темные круги под глазами, локальные жировые отложения, целлюлит – это далеко не все показания для карбокситерапии. Снять воспаление и улучшить состояние организма при артритах и артрозах также поможет эта процедура. Есть воспаление. Признаком воспаления является, что является покраснение и отек. А отек за счет того, что ну, там же не только кровь, да, венозная или артериальная, там же еще и венозная и лимфа. Вот. И вот это все вместе, оно распирает и уже не дает возможности непосредственно артериальной крови проникнуть туда. Вот. И за счет этого возникает боль, причем боль, будет боль именно распирания. То есть, добавив до углекислого газа, мы просто выведем всю лимфу и все. Какой-то особенной подготовки перед процедурой не требуется. Есть ряд противопоказаний. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Часто эффект заметен после первой процедуры, но Владислав советует пройти курс. Если приходит человек там, с головной болью, да, ну, можно ему колоть его тут, да, в три точки. Уколоть, она прошла у него, ему больше не нужно. Если мы говорим, например, о эстетических проблемах, наверное, человеку нужно похудеть. Да? Конечно, за один раз это нереально брать. Ну, килограммов 5 можно, ну, процедур за 10, наверное. Часто карбокситерапию советуют сочетать с другими процедурами, например, с гидромассажем и эпиджимассажем. Они помогают устранять жировое отложение и проявление целлюлита, спазмы в мышцах и боли в спине, снимают отечность, улучшают силуэт и качество кожи. Все это и не только предлагает своим клиентам медицинский центр «Шоколад» – ваш красивый ориентир на пути к совершенству.